Ребята, привет всем. Я так понял, что я снова заболел. Как можно болеть, потом выздороветь и через 2 дня опять заболеть? У меня сегодня так башка болит, что у меня аж вот этот глаз кровью залился, облился. Залился, облился. Затек кровью. Голова болит ужасно. Выпил уже тахипирину. Выпил сульпадеин. И, кстати, сульпадеин я пью этот с кадеином. Только он мне помогает. И голова дальше болит. Целый день болит голова. Звонила эта покупательница за квартиру. Бабушкину. Я говорю, у меня нет силы даже встать. Я вот устал сегодня, чай только попил. 2 раза. И все, и лежу. Я думал сегодня буду делать там эти вот порядки, все складывать, нужно все позабирать с квартиры. У меня силы реально нету. В пятницу нужно уже будет переписывать квартиру, а я не могу собраться и там все поубирать, поскладывать. Нужно все повывозить. У меня честно нету сил. Вчера, конечно, повывозили там, приходили. Много чего позабирали с мебелью. Я все просто поотдавал. Говорю, забирайте, что надо. Ой, конечно, извините за мой такой минорный настрой. Я не понимаю, почему я опять заболел. Короче, уже все, думал, все нормально, уже выздоровел. Нет, дальше лежу опять. Мне сегодня все вернулось. Наверное, вчера падал сильный дождь. Я, наверное, намок, когда носил вот эти вот старую одежду, выкидывал этот весь мусор с квартиры. Ой, где-то до 11 ночи я все это убирал. Уже под вечер я слышал, уже часов 9-10 я слышал, что мне уже эта спина начинает так ломить, руки крутит. Пришел, думал, приму горячую ванну. Ага. Выпил таблетку, заснул. Видео не знаю, когда буду снимать. Наверное, скоро поеду в этот обратно в Киев. Буду. Сразу Юлю вспомнил. Юля, буду анализы сдавать. Потому что нереально башка болит, капец. Давление тоже мерил, ну как бы нормально. А говорят, если, ну, кровь. Если глаз наливается кровью, значит это давление. Короче, такие. Компьютер не работает. Телефоны не работают. Бывает такое, что звонят, а у меня, ну, я не могу принять звонок. Не слышу. Уже перезагружал и все. Башка болит. Ой, ребята. Блин, думал, буду снимать видео какое-то. Ладно, извиняйте, если что, хорошо. Все, всем привет передаю. Всем пока-пока.